На Октябрьский электровагоноремонтный завод прибыли первые кузова вагонов модели 81775. Как известно, два первых состава этой модели уже прибыли на испытания в московский метрополитен. Однако предназначены ли эти кузова московскому составу, или это для вагонов, которые поступят на испытания в Петербург, пока не ясно. Единственное, что отличает их от ранее выпущенных, отсутствие выреза для экрана под центральным окном. Также пока непонятны и критерии технического задания на версию вагонов для Петербурга. Поэтому утверждать что-либо о принадлежности этих кузовов пока рано.